Потихоньку, Саш, потихоньку. Потихоньку. Да, нормально. Стой. Ну. Всем привет, мы на очередной рыбалке. Ловим мы сегодня на Днепре. И вот Саша ловит на одну удочку. И вот какой карасик, посмотрите. Вот это карась днепровский. На одну удочку ловим. Просто сейчас хочу я забросить еще резинку. Ну, карась под берегом клюет. Вот он, Днепр. Ну, начало рыбалки у нас хорошее. Мы только приехали недавно. Саша ловит на поплавочную удочку, уже пришла к нам Ира. Ну а я сейчас буду ловить на резиночку. Попробую. Может, конечно, карасик клюет под берегом в траве. Саша бросает недалеко от травы, и из-за этого оно и клюет. А я попробую половить на глубине. Резинку забрасывать не буду, а Саша мне ее завезет. Ну, в смысле, как завезет? Заплывет. Ну давай, Саша. Для начала мы ставим рожки. Потом я резинку сюда буду втыкать. Все, Саша, можешь плыть. На, да, с грузом. Вот такой у меня груз. В принципе, для Днепра, так как здесь течение постоянно дают, и ложка обыкновенная может не пойти. Но груз у меня, видите, такой, аккумуляторная клемма, он там задержится и будет хорошо держать. Саша тянет на удочку какую-то рыбку. И убирай сразу свои. Ну, можно и на удочке ловить, и не только на резинке. Ну, какие карасики. Ой, карасик. Ой, желтенькие какие. Смотри, давно уже тут не было этих карасей. Так, я сейчас еще покажу то, что он поймал. Пока нас не было. А я снимал. А, ты снимал? Какой карась. Отличный. Выбрались мы на Днепр, дня на три. Недалеко плыть? Далеко, сейчас я скажу. Все, резина пошла, и наш ихтиандр тоже пошел. Сейчас завезет резинку. Заплывет. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Левее. Шесть, семь, восемь, девять. Левее. Тринадцать, четырнадцать. На прогалину вот уплыви, что я тебе сказал. 16. Все, бросай. Вот так просто опускать? Не, поплыви еще вот так, против течения, туда поплыви. Во, плыви, я скажу, чтобы я вам не мешал на удочке ловить. Плыви, плыви. Может, ее кинуть туда? Не надо ничего кидать, ты просто ее отпустишь, и все. Все, кидай. И теперь ставим вот так, теперь вот так, надо подтянуть, вот так,
Все, теперь. И колокольчик. Все, отлично. Чуть-чуть. Я ее тут не поймаю ногами. Не-не-не, она вообще вам мешать даже не будет. О, трава. Саш, а ну, пойди по леске и вот там повырывай траву. Вон она траву мне будет собирать тут. Видишь, чуть-чуть надо было левее. Там под низом травы нету. Вон, мешает, вот трава, видишь, все. Смотри, Саш. Все равно в траве. Ой, за траву. Там, короче, травы не верят. Все. Сорвал? Ну, в общем, наловился я уже на резинку. Моторка прошла, я как раз подтянул к себе резинку и моторкой обрезала мне всю резину. Ну, ничего, будем ловить тогда на поплавок, на удочке. Осталось несколько крючков на резинке, то и все. Тянешь? О, какой карась! Тихо, тихо. Смотри. На удочку. Боже, какой кайф. Вообще. Какая прелесть. Ой, обалдеть. Смотри, какие караси. О, вот так. Кстати, ловим мы на кукурузу, и она у нас в кукурузной каше. Покажи, Ира, кашу потом. Да сейчас я покажу. Или покажи. Здоровый, Саш. Тяни, тяни, тяни. Как собачка. Как собачку, да. О, хороший карась. Тихо, тихо. Отличный карасик, Саша. Карасик, Саш. О, то желтые ловились, а это беленький. Там за траву зацепается, и она сходит.
камышах. Вот, ходуном ходит камышек. Опа. Ну вот на сегодня наш, наверное, крайний карась. Рыбалка наша закончилась. Сейчас покажу вам улов наш на сегодня. Это был у нас первый день, первые полдня, проведенные на Днепре. Ну а дальше будут видео, конечно, с Днепра и с лодки. Разную рыбу будем пробовать ловить. Смотрите, ну это маленький карасик. Под вечер уже что-то перестало клевать. Днем клевало получше. Ну сейчас покажу. Вот такой на сегодня у нас улов. Это с обеда мы рыбачили. Хорошие такие бравые карасики, видите, какие отличные караси. Вон. В общем, рыбалка здесь интересная. Так что будем рыбачить на Днепре. Также вон хорошая плотва здесь клюет. Вот такая. Ловили мы в основном на кукурузу, так как червяк и опарыш, мелочь забивает, ловить невозможно. То мы все ловили на кукурузу. Ну все, на этом до свидания. Подписывайтесь на мой канал. Пока.